Сегодня в этом месте собрались десятки длинноногих красоток, за плечами которых немало фэшн-показов, фотосессий и титулов всевозможных мисс. Модельное агентство Models празднует свой 19-й день рождения. У нас очень много девочек, которые делают потрясающие успехи, работая по контракту за границей. Они на обложках известных журналов Harper's Bazaar и Cosmopolitan. И сегодня я буду про них рассказывать, как раз чтобы просто люди, ну, чтобы гости, которые пришли, они знали, что нам есть чем гордиться. Наше агентство работает 19 лет, имеет безупречную репутацию. У нас там около 50 профессиональных моделей для съемок, для показов. Для тех, кто хочет приобщиться ко всем этим фэшн-процессам, существуют различные проекты. Один из них – университет красоты Models. Рассчитан на тех, кто по возрасту и параметрам не вписывается в модельные стандарты, но мечтает участвовать в показах и фотосессиях. Как правильно ходить, как правильно позировать, как правильно держать сумку, как правильно следить за собой, как вообще вести себя в общественных местах, как даже вплоть до того, что как правильно снимать верхнюю одежду. Все это было на курсе, и я думаю, это нужно уметь всем, и я желаю всем посетить этот курс. Я очень осталась довольна. На самом деле курсы были интересные. Мы изучали себя со всех сторон, как внутри, также и коррекция какая-то внешняя была у всех разная. То есть каждый в этом курсе подчеркнул что-то для себя полезного. То есть однозначно все ушли довольны и с большим пакетом информации. Если раньше контракты с зарубежными агентствами были единственной возможностью их существования, то сегодня, когда российские дизайнеры начали активно создавать свои коллекции, профессия модели стала востребованной и на местном рынке. Я думаю, что у нас очень сильная школа подготовки. Но это действительно так, и не потому, что я являюсь руководителем школы модели, я должна что-то рекламировать это. Я отвечаю за то, что я сейчас говорю. То есть наши модели работают профессионально. Мы надеемся, что наши партнеры довольны. Я думаю, что они довольны, раз они обращаются к нам не первый раз, а приходят еще и еще. С днем рождения, Models! Желаю успехов и развития во всем, чем бы они ни занимались, какие бы цели перед собой ни ставили. Такие же дальнейших успехов, выйти на еще более высокий уровень. Дальнейших процветаний, хороших моделей. Только побед и роста. Процветание, еще больше новых лиц, хороших моделей, работающих. В день рождения обычно желают долгих лет и счастливой жизни. Для профессиональной модели 19 лет – пик карьеры. Ну а для агентства – это проверка временем, которая лишний раз доказывает настоящий успех.